Всем привет! Это снова винтажная кухня. О чем сегодня будет разговор? Я вам сейчас покажу две вещи, купленные на винтажных рынках. Вот этот поднос я купила в Санкт-Петербурге на Удельной, а этот портсигар я купила в Смоленске. Объединяет эти две вещи одна деталь. На каждой из них есть дарственная надпись. На подносе стоит надпись «Анне Андреевне от учеников 8-го». Просто восьмого класса, здесь нет буквы. Восьмого класса, 1961 год. А на портсигаре дарственная надпись «Папе, Атоле и Вале». 31.01.51 год. Я сегодня покажу, как я чищу такие предметы. Конечно, когда покупаешь на блошиных рынках, далеко не всегда какие-то вещи бывают чистыми. Их, конечно, нужно зачищать и обрабатывать. Вот этот поднос, он алюминиевый, его чистить очень легко. А портсигар – это металл, покрытый мельхиором. Сейчас я расскажу об особенностях чистки и того, и другого металлов. И еще попутно я хочу поговорить сегодня про один из самых любимых моих фильмов времен СССР. Это фильм «Покровские ворота». Внимание, вопрос. Одной из центральных фигур фильма «Покровские ворота» является Савва Игнатьевич. Какую профессию имел этот человек? Ответ в конце ролика. Значит, сначала что нужно сделать? Взять таз теплой воды. Вода должна быть теплой, не горячей. И опускаю и поднос, и портсигар в воду и даю им там полежать какое-то время. Нужно просто, чтобы вода размягчила верхние слои. Пыли, грязи, всего того, в чем побывали оба эти предмета. Пока отмокают мой поднос и портсигар, давайте поговорим немного о фильме. Фильм «Покровские ворота» вышел в свет в 1982 году. Это режиссерская работа Михаила Казакова. Хотя на самом деле первые попытки именно экранизировать повесть Леонида Зорина «Покровские ворота» была в 70-х годах. В 1974 году Михаил Казаков поставил спектакль «Покровские ворота». Но дальше произошло следующее. Действие фильма происходит в 50-е годы, а именно 56-57 годы, а на дворе 82-й. Долго этому фильму не давали возможность выпуститься на экран, потому что в те годы еще существовало полно всяких художественных комиссий, и нужно было их пройти, и эти комиссии считали, что в 50-е годы те идеи и те мысли, которые были актуальны в 50-е, уже не зайдут зрителю. Для тех, кто не знает, действие фильма происходит в коммунальной квартире в 1956 году, 11 лет, как закончилась война, и в одной квартире объединяется несколько героев, которые, с одной стороны, очень не похожи друг на друга, с другой стороны, они объединяются единой жилплощадью. Кстати, Михаил Казаков сыграл в этом фильме автора, то есть человека, от лица которого ведется повествование, а некоторых героев сам Леонид Зорин списал с себя. Например, Костик, которого играет Олег Меньшиков, тот самый аспирант, приехавший в Москву и живущий вместе с тетей в этой коммуналке, это как раз сам Михаил Зорин в 50-е годы. А Маргарита, та девушка, за которой почти весь фильм бегает Костик, это его на тот момент будущая жена. Так, надеваю перчатки, потому что полежали уже мои подносик с портсигаром в воде. И начинаю работать. Значит, смотрите, поднос у меня алюминиевый, ориентировочно без сплавов. На нем стоит даже клеймо завода НВЗ. Алюминиевые предметы можно чистить по-разному. Все зависит от чего? Во-первых, от возраста предмета. Значит, 1961 год. Это уже получается сколько? У нас сейчас 2021, 40... Плюс 20, щитовод-то тоже, ну 60 лет. То есть это уже антиквариатом считается. А вещь в хорошем состоянии, но здесь есть местами следы человеческого пребывания, именно жировые отложения. Вот здесь хорошо они видны, вот так вот прямо на свету. То есть этим предметом пользовались, очевидно, какой-то, ну в кухонных, наверное, условиях. Вот, соответственно, все это нужно будет снимать. На хорошем алюминии, который не поврежден, хорошо работает шуманит, обычный шуманит. Значит, что делаем? Беру губку, обычную губку для мытья посуды. Шуманит на кончик этой губки. И
просто аккуратно начинаю прям вот очищать. Он хорошо мылится, он отлично пенится. Ну, повнимательнее на таких вот предметах, потому что много здесь на этом подносе разных вот, ну, как это, цветочки вот эти вот все, узоров очень много. И как правило, между узорами вот забивается все, что вот, вот это сало с человеческих рук, какие-то, ну, грязь, если он где-то хранился плохо. Но шуманит очень хорошо снимает все это. Поэтому не бойтесь чистить алюминий именно шуманитом. Итак, вернемся, пока я тут чищу. Это не самое интересное, все, что в этом видео будет. Значит, пока я очищаю, давайте обсудим некоторых героев. Вот смотрите, в Покровских воротах показаны герои, которые, ну, скажем так, они отражают, во-первых, время. То есть Костик и Маргарита – это, конечно же, взгляд вперед, это будущее, за ними будущее. Им по фильму где-то, ну, слегка плюс 20. Также в этой коммунальной квартире проживают Маргарита Павловна Хоботова, сам Хоботов и Савва Игнатьевич, как автор этого фильма говорит, странная троица. Ну, действительно, очень странная, потому что Маргарита Павловна – это бывшая жена Хоботова, с которым она вроде как развелась, но сначала нашла себе Савву Игнатьевича. Вот как раз того самого Саввы Игнатьевича, вопрос о котором я задавала в начале. Кем он был? Вот смотрите. Очень хорошо чистится. Сейчас я поближе покажу. Шуманит, конечно, хорошая штука. Снимает очень быстро все загрязнения. С алюминия именно. И сразу такой блеск. Как бы наводится такой блеск. Вот для примера я сейчас покажу. Вот дно этого подноса. Здесь очевидно, прям вот видно, какие загрязнения, ну, явно жирового характера, кухонные. Вот как шуманит их начинает потихоньку разъедать и снимать. Еще в самом начале фильма автор говорит, что секрет тройственного союза Саввы Игнатьевича и Хоботовых, Маргариты Павловны, и самого Хоботова, кстати, почему-то она его все время зовет по фамилии Хоботов. Странно, но тем не менее. Это такая тайна, почему они живут на троих. На самом деле не жили они на троих. Маргарита Павловна была с ним разведена, с Хоботовым, и уже проживала с Саввой Игнатьевичем. По фильму они потом, прям в самом фильме они поженятся. Но по фильму Маргарита Павловна все время, ну, как бы опекает Хоботову, то есть бывшего мужа, все время за ним присматривает. И автор вроде как непонятно, с чего бы вдруг. В конце второй серии этого фильма Костик скажет, что Маргарита на самом деле хочет... Хоботова, хочет быть с ним, но при этом, но мешает этому всему рассеянность. Хоботов, конечно, человек умственного труда, а Савва Игнатьевич все-таки человек физического труда, но при этом они как будто бы для Маргариты Павловны воплощение всего того, что она хотела бы видеть в одном мужчине. Но в одном мужчине как бы не получилось, потому что у Хоботова все вечно валилось из рук. Он даже яйцо там не мог сварить, оно у него упало в начале самого фильма. Все у него прям горит, все у него ломается. А у Саввы Игнатьевича все работает. Кстати, это знаменитая фраза из этого фильма. Это у тебя в руках все горит, а у него в руках все работает. Если, честно говоря, поглубже проанализировать эту троицу, я вот так вот буквально недавно пересматривала этот фильм и задумывалась, а что действительно... Ладно, Маргарита Павловна, понятно, ей не нравился слабый такой,
ну, как бесхребетный муженек. А Саве Игнатьевичу-то вот зачем вот было, да? Время всего лишь 11. Сава Игнатьевич – это фронтовик, мужик с руками. У него целая батарея медалей военных. Мог бы найти себе и помоложе, и посвежее. Они приблизительно все ровесники. Им за 40. И Саве Игнатьевичу, и Маргарите Павловне, и Хоботову. Почему он связался именно с Маргаритой Павловной? Ну, во-первых, она действительно крайне образованная женщина. Она говорила на иностранных языках, занималась Южной Америкой. А вот у меня еще есть одно такое предположение, что все-таки у Савы Игнатьевича во время войны погибла вся семья. И у него есть такая иллюзия семьи, вот такая сильная женщина рядом, и Хоботов как будто бы замещает ребенка. Ну, потому что он действительно как большой ребенок. Он все время, куда ни просят, лезет, все что-то пытается бунтовать, как подросток, все что-то пытается сам себя отстоять, это у него это не очень хорошо получается. Ну, при этом, в общем-то, не без шарма, не без обаяния. Вот смотрите, уже более-менее начинает отъедаться. Но поскольку здесь вот дно такое, здесь есть такие рисочки, то, как похоже на грамм-пластинку, очень сильно забито между ними вот этими всякими загрязнениями, поэтому посильнее, в некоторых местах придется потереть посильнее, даже подождать, пока шуманит начнет действовать. Хоботов, конечно, тот еще товарищ, на мой взгляд. Он, по-моему, как мне кажется, не шибко сильно-то и расстроился разводом с Маргаритой Павловной, хотя она всю жизнь, на самом деле, нянчила его как мамочка. Вот, кстати, он в ней мамочку-то и нашел. Он все время был как бы у нее за ней. Не она замужем, а он за ней. Но при этом, как только мамочка нашла себе другого, он тут же, в общем-то, связался с молоденькой медсестрой Леночкой, которая играла Елена Коренева, и, кстати, Коренева не сразу дала согласие на съемки в этом фильме, но поскольку у Кореневой работала в съемочной группе ее мать, и мать настояла на том, чтобы молодая Елена Коренева снялась в этом фильме, и вот она мать послушала, и, в общем-то, была права. Вот отдельные две персоны в этом фильме, которые мне, например, особенно нравятся, это Аркадий Велюров, исполнитель эстрадных куплетов и фельетонов, и Алиса Витальевна, это тетя Костика. Им по сюжету обоим уже хорошо за 50, но если Велюров находит себе некую музу в виде пловчихи Татьяны, которую сыграла Татьяна Догилева, то Алиса Витальевна играет одинокую женщину, кстати, играет ее Софья Пилявская, женщина, актриса, которая очень сильно повлияла на то, что этот фильм в принципе вышел в свет. Дело в том, что фильм долго запрещали, я уже говорила об этом, но Софья Пилявская была любимой актрисой одного из художественных мастодонтов, и ее слово сильно, конечно, повлияло на то, что этот фильм, в общем-то, выпустили на экраны. Алиса Витальевна – это, конечно, воплощение старого времени. Ну, смотрите, по сюжету фильма ей уже за 50. Действие фильма происходит в 56-м году, и она, ну, очевидно, что она родилась еще до революции. Думаю, что она все-таки, ну, если уж не совсем из бывших, ну, то есть из дворян, то она точно из интеллигентной среды, и из среды интеллигентов была, потому что, ну, и оставалась, потому что это видно по манерам, по обстановке в комнате, в которой она жила. Она очень любила ходить в кино. У нее даже был телевизор. Для того времени это была роскошь. Этот маленький телевизор с увеличительной линзой. Она ставилась отдельно. Она читала очень много. У нее в комнате на стенах портреты людей явно не крестьянского происхождения. То есть, ну, это была одинокая бездетная женщина, очень интеллигентная, которая в своем племяннике, как сказал Аркадий Велюров, вы в своем племяннике просто растворились. Ну, конечно, она бездетная женщина, возможно, опять, как она оказалась бездетной, вот, да, неизвестно. Может, погибли там в гражданскую войну, может быть, там еще как, я не знаю, там в Первую мировую, во Вторую мировую, как она вот оказалась без мужа, без детей. Может, вообще никогда этого мужа не было. И в итоге все-таки она сохранила свою такую
человечность, она сохранила внешний вид, у нее такая была стать, она одета была очень элегантно, и речь у нее была пронизана различными словами, вот из высокого стиля. Очевидно, что все-таки, да, происхождение себя таким образом выдавало. Но при этом это действительно символ такого уходящего времени, интеллигентного, тихого. Она не мешала Костику жить, и она не боролась за... Знаете, когда бывает вот война между старшим поколением и младшим поколением за, как бы, за самость, что вот я есть, вот... Она не боролась ни с кем. Она аккуратно, тихо, интеллигентно, спокойно вела свой образ жизни, но при этом не мешала. Она никогда не вступала ни в какую конфронтацию с остальными жителями этой коммуналки. Так, ну, похоже, пора. Можно смывать уже. Шуманитик-то мой. Так, ну, блеск тут очевиден. Дно явно чище, чем было оно до того, как я начала его очищать. Но местами есть еще въевшиеся, это вот не с первого, не с одного раза. Въевшиеся такие вот пятнышки здесь вот есть. Сейчас я натру шуманитом и дам просто полежать. Потом просто смою. У меня вот, смотрите, у меня вот этот поднос, он, вот здесь прям видно, он поцарапан. Его, ну, явно хорошо он послужил бывшим своим хозяевам. Я у бабули купила на уделке давно, несколько, прям, ну, лет, наверное, 7 назад я его купила, он так и лежал у меня. Вот, и он, конечно, ну, жизнь видел, очевидно, он такой потрепанный жизнью уже оказался. Но мне прям понравился он. Я его купила с целью применить. Уже, в общем, короче, к чему я это все? Про трещины. Трещины уже нет смысла, ну, их не затереть уже нет, невозможно, потому что, ну, там узор на этом подносе. Если я начну просто их затирать, этот узор вместе с ними уйдет. Вот. Они не критичные, они не несут никакой вот смысловой такой формы, то есть они ничего не портят. Ну да, вещь была в употреблении, это очевидно, как все винтажные вещи. Но это уже ничем не стереть. Трещины, не трещины, царапины уже так и останутся. Все, иди полежи, подождешь меня. А я тем временем берусь за портсигар. Этот портсигар я купила на центральном рынке в Смоленске. Мне он понравился тем, что у него вот здесь есть камушек. Такой вот, ну, дамский, очевидно, да? И вот эта дарственная надпись, я ее уже увидела потом. Я перевернула и увидела. 51-й год, 70 лет этой надписи. Портсигары в советское время были популярны очень. Кстати, в этом портсигаре отсутствовали резинки. То есть их можно будет... Вот здесь видны... Петли под резинки вот в одном ряду и вот в другом ряду. Здесь просто надо натянуть их будет. Вот. А были популярны портсигары, потому что продавались, в общем-то, папиросы в основном. И носили их, ну, перекладывали в портсигар. В первую очередь люди военные. Ну, потому что пачка может сжаться, смяться и так далее. А портсигар держит сигареты и папиросы в первоначальной форме. Портсигары в Советском Союзе были трех видов. Первый вид – это алюминиевые портсигары. Это самый дешевый портсигар. Их мог позволить себе кто угодно. Понятно, что алюминий – это мягкий металл. Соответственно, он мог быстро деформироваться. Опять же, царапины, вот как на подносе я показала. Или же вот прям при носке он мог... покорежится. А второй вид портсигаров, они были подороже и пореже, это вот такие портсигары, это металл с мельхиоровым покрытием. И самые дорогие портсигары, это были серебряные и золотые, но это уже доступны только там партийной верхушке. Ну или если не партийной верхушке конкретно, это нужно было либо всю жизнь отработать на заводе, и возможно, когда тебя будут провожать на пенсию, тебе подарят, там, допустим, серебряный портсигар с дарственной надписью. Ну а золото это уже, это удел только высших чинов, и то, наверное, не всегда. Очень редко, это только у коллекционеров сейчас можно купить, на рынке на Блошином вряд ли
возможно, будет купить золотой или серебряный портсигар. Но я вот ни разу не видела, чтобы продавались. А вот такие и алюминиевые продаются достаточно часто. В чем особенность чистки Мельхиора? Значит, если посмотреть в интернете, Мельхиор чистят разными способами. Самый популярный сейчас способ чистки Мельхиора – это фольга и сода. Заливают в какую-то емкость фольгу, алюминиевую фольгу, обычную вот кулинарную, засыпают туда соду, выкладывают изделие из Мельхиора и заливают кипятком. Дальше же химическая реакция сама делает свое дело. Но дело в том, что это винтажная вещь, она антикварная, ей уже 70 лет, ровно прям 70 лет. Как поведет себя, во-первых, само мельхиоровое покрытие, мне непонятно. А во-вторых, это не целиком мельхиор, здесь еще есть и металл обычный. Здесь вот уголки-то уже подстерлись хорошо, и есть местами вот так ржавчинка, окислились металл уже. Поэтому когда не уверены, да, а я не уверена, что можно экспериментировать, и да, и мне и жалко, если честно. И плюс еще вот у меня вот такая картинка здесь со множеством различных мелких элементов, то мельхиор можно чистить обычной зубной пастой. Вот у меня зубная паста с углем. Берете еще старую зубную щетку. У меня старой зубной щетки нет. Я беру щетку с мелким ворсом, с мягким мелким ворсом. И начинаю аккуратно, с не очень высоким нажимом, прям аккуратно-аккуратно прочищать вот эти все места. Попутно смотрим на реакцию всегда. Как реагирует вещь, как реагируют металлы, что происходит. Вот, честно говоря, начала чистить, и пошел такой небольшой запах, знаете, какого-то мазута. Что где-то с чем-то он заляпан. То ли он в гараже у кого-то хранился. Вот здесь прям пятна видны. Сейчас посмотрим, если снимутся они так, а то, может быть, придется растворителем пройтись аккуратно. Ладно, пока чищу, давайте немножко пообсуждаем Велюрова. Аркадий Велюров. Вот этот человек точно носил бы портсигар. Кстати, он его не носил. По фильму он носил с собой папиросы прям в пачке в кармане халата. Аркадий Велюров, его играет Леонид Броневой. Это автор и исполнитель куплетов и фельетонов, как он сам себя называет. Он работал в летнем театре. Тогда еще вот в те годы, в 50-е, в парках были веранды и летние сцены, на которых играли живые оркестры или вот исполнители. И у него был в этом фильме свой автор, Соев. Его играет Моргунов, Евгений Моргунов. На самом деле, если посмотреть, вот, да, весь актерский состав этого фильма – это одни звезды. Это одни звезды просто, вот звезда на звезде, причем даже вот в каких-то мелких эпизодических ролях. Вы посмотрите, кто там, там Моргунов, там Крачковская. При этом это сейчас для нас они звезды. А вот кто бы подумал, что на самом деле в момент съемок ни Инна Ульянова, игравшая Маргариту Павловну, ни Анатолий Равикович, сыгравший Хоботова, ни, кстати, вот актер, сыгравший Саву Игнатьича, они не были известны, они были только театральными актерами. И Инна Ульянова потом очень сильно была благодарна Михаилу Казакову за то, что он позвал ее на этот фильм, потому что она понимала, что ее, вот она, ее не то что карьера заканчивается, а она как актриса просто прозябает. Она была крайне очень благодарна Казакову, что позвал он ее в этот фильм. Смотрите, что у меня получается. Вот здесь некоторые места вот заляпаны каким-то вот не уж не горюче смазочным, не знаю, каким-то то ли пластилином, то ли что это. Вот какая-то очень вязкая на лыжную мазь похожа какая-то смола, что ли. На свой страх и риск металлической
вот такой штукой прохожусь, кухонной, обычной металлической вот этой. Вроде снимается. Так, ну что, максимально, насколько возможно, щеткой я очистила. Вот бы пескоструечкой бы здесь пройтись. Ну вот страшно, страшно. Так, ну что, все это, конечно, страх и риск, как я уже говорила. Поэтому... Шуманит, иди сюда. Сейчас аккуратно будем пробовать с незаметных мест очищать шуманитом. Посмотрим, какая будет реакция. В конце концов, здесь жировые тоже есть отложения. И не только от рук. Тут еще и постарались какими-то маслами, какими-то, не знаю, мазями. Что это вот такое? Ну, посмотрим. Если, я надеюсь, что он у меня не растворится в руках, этот портсигар. А мы продолжим. Итак, на ком мы остановились? На велюрове. Велюров – это, конечно, такая фигура интересная отдельно. Вот человек, который... Человек, можно сказать, ну, той же, он получается, хотел сказать, умственного труда. Но в какой-то степени он умственного труда, потому что они там пишут стихи вместе с Соевым, работают с автором. Работают они с автором. И он, конечно, немножко уже староват. Он уже, конечно, не к этому времени он. Он пишет вот такие куплеты, такие фельетоны, которые понимают приблизительно его ровесники. И тут он встречает молоденькую девочку. По сюжету Татьяны Догилева, она ученица, или как это правильно назвать, студентка ремесленного училища. Но она тоже такая вот простая, быдловатая даже в какой-то степени деваха, которая пришла вот на его концерт, она ему понравилась сразу. Он ей не сказать, чтобы сразу, сначала-то она там с Костиком мутила. Но здесь интересно сама, как сказать, само перевоплощение Велюрова. Он там и напивается один раз, когда, в общем-то, он подумал, что его отвергли. Он там и пытается как-то с Костиком спорить, потому что ему казалось, что Костик это такой вот, ну, как бы развращенный такой вот весь паренек, который вообще не ценит женщин. А женщин-то у Костика было полно. Они все, так называемые, подруги ходили к нему. Так, ну, судя по количеству грязной пены, шуманит, конечно, свое дело сделал. Максимально, насколько возможно, он снял все вот эти слои. Сейчас я ополосну. Ну, безусловно, чище. Конечно, по сравнению с тем, что было в самом начале. Внутри он прям... Да, он все снял внутри, даже немножко ржавчину прихватил с собой. А вот снаружи, вот здесь все-таки какое-то странное пятно странного происхождения. Сейчас я попробую его снять растворителем. И вот, кстати, Аркадий Велюров, ну еще Хоботов, это вот два героя, которые к концу фильма, они сумели... Ну, условно говоря, перевоплотиться. Велюров, кстати, в большей степени. Вторая серия фильма, она такой его своеобразный, ну, можно сказать, звездный час, когда он спасает Хоботова из больницы. Я вот здесь иголкой прохожусь, вот по этим самым местам, где завитушки самые. Я пытаюсь оттуда толстой иглой достать вот эту смолу, которая там запеклась, которая там осталась. Но здесь нужно поработать, здесь нужно аккуратно, чтобы не нанести повреждений еще больше. Так, конечно, растворитель-то берет ее. Смолу эту. Все предметы после чистки кладу на полотенце просыхать. Обязательно каждый предмет нужно ополоснуть водой. Вот чем бы, каким бы химическим средством ни работали, а в финальной стадии всегда ополаскиваем водой, протираем, и обязательно нужно
просушить. В общем-то, насколько это возможно было, я чистила и то, и другое. Вот чистое дно у подносика. Ну, а здесь уже все эти царапины уже не убрать. Вот эти точки, вот здесь вот, это уже выщерблены. Это уже, это не грязь. Это уже такое повреждение самого металла. И еще один очень важный герой, метафорический такой герой в этом фильме, это мотоциклист Савранский. Конечно, это метафора ко времени, то есть он обозначает время, время, которое летит вперед, время, которое никогда не останавливается, с его переменами, с его различными событиями. И Костик в конце произносит такую фразу: «Обогнать Савранского – это утопия». «Обогнать время – это утопия». Фильм, на самом деле, очень добрый. Мне очень нравится он. Вот нравится эта атмосфера 50-х. Мне нравится это, вот этот дворик московский. Кстати, снимали этот дворик действительно в Москве. Его нашли возле станции метро Кропоткинская, этот дворик. Я даже не знаю, есть он сейчас или нет. Скорее всего, что нет. Потому что даже уже в фильме показано, что здание сносит. В начале и в конце фильма Казаков, вот герой Михаила Казакова, он смотрит, как сносится старое здание, в котором прошла, в общем-то, молодость главного героя. И еще одна примечательная особенность по фильму, там фигурирует, по-моему, фонтан, это или просто фигура мальчика, играющего в футбол. Тогда вот в 50-е годы, вообще в сталинское время, очень популярны были различные фигуры, их ставили либо возле учреждений, либо действительно во дворах жилых домов, обозначающие спортивных людей, то есть вот эта женщина с веслом знаменитая, потом дискобол, который тоже периодически повторялся советскими скульпторами, разные пионеры, играющие в различные игры, это вот именно скульптура сталинского периода. Этого пацаненка, на самом деле, скульптуры это утащили из совершенно другого двора. Просто ночью подъехали, и кран подцепил эту скульптуру и перетащил в нужный двор. Люди утром проснулись, опа, фигуры нет. Ну, для фильма, для кино, для искусства чего не сделаешь. Фильм очень добрый, фильм очень светлый. И фильм, конечно, о времени, которое больше никогда не повторится. Уже давно, уже, наверное, сколько-то... Когда как союз рухнул, так, в общем-то, и люди стали стремиться к разъединению, то есть уже не живут общежитиями, бегут от него. А когда-то давно это было нормой, когда-то давно люди жили одной большой семьей и друг другу кричали вот этой вот «Люда, к телефону!» и такой вот церемонной фразы, как не телефонный разговор, тогда никто не знал. В общем-то, все секреты кричали через весь коридор коммунальной квартиры. Не то чтобы я считаю, что это хорошо, жить в коммуналке. Нет, конечно, просто есть такая какая-то светлая грусть о том времени, когда все были добрые, все были светлые, как-то была какая-то взаимовыручка такая, когда, в общем, уровень близости людей, посторонних друг к другу, он был значительно выше, чем он есть, например, сейчас. Даже при том, что сейчас у нас есть у каждого свой телефон, свои соцсети и прочее. Всем рекомендую, кто смотрел этот фильм, пересмотрите, кто еще не смотрел, крайне рекомендую посмотреть двухсерийный, добрый, чистый, наивный фильм со смыслом, конечно, с метафорическим смыслом, просто нужно смотреть чуть дальше за героев. А я пока на сегодня, думаю, свои великие дела поделала. То есть поднос, я считаю, что это его, в общем-то, лучшая стадия очистки. Лучше уже не будет, да и смысла нет. Кстати сказать, когда чистите алюминиевые предметы старинные, можно их покрывать лаком. Вот если уже покрыт лаком предмет, тут уже нужны другие способы очистки. Значит, если из народных средств их моют молоком, если из современных химических средств, то здесь нужно подбирать, что, чем можно лак обрабатывать. У меня не залаченный поднос, его, в общем-то, и я не собираюсь его лачить, так и оставлю. Чище уже не будет. Чище только, если затирать весь узор. А по поводу, значит... как это, господи, называется, портсигар. По поводу портсигара, значит, можно еще его дочистить. Внутри очистился хорошо, шуманит его взял сверху.
Значит, вот тут, вот в этих всех вот узорах, здесь, конечно, еще какие-то непонятного происхождения, какие-то отложения. Мне кажется, это смола какая-то. Где-то он лежал, наверное, так нехорошо. Полагаю, что где-нибудь в гараже. А в основном, в общем-то, почистился он хорошо. Боюсь, что если вот какими-то абразивами его пройтись, то здесь будет гораздо больше царапин, чем есть. Поэтому, скорее всего, что я сделаю еще, это пройдусь каким-то растворителем. Аккуратно буду пробовать растворителем, ватной палочкой, вот в этих всех вот, ну, местах вот этих прочищать. Здесь вот картина такая. Здесь, по сути, эпизод из жизни какого-то города советского периода. Здесь, смотрите, вот тут автобус идет. Вот это же здание, видимо, какой-то думы, или что было в Советском Союзе, горосполком, исполком, потому что флаг вот здесь на здании. И тут, а тут вот, пожалуйста, автобус идет, фонтан, вот, ну вот как-то вот какой-то город, не написано какой. Ну, очевидно, наверное, какой-то с чем-то... Вообще хочется предположить, что это сам Смоленск и есть. Наводит на эту мысль вот этот вот череда вот этих вот военных атрибутов, потому что Смоленск это город, в общем-то, который видел три варианта захватчиков: поляки, французы, немцы. Ну, это опять предположение, не знаю. Но трогательность обоих предметов в том, что на них сохранились вот дарственные надписи. Кстати, к вопросу, да, под конец ролика обещала ответить, какая профессия была у Саввы Игнатьича. Савва Игнатьевич был гравировщик. Собственно, в общем-то, к этой теме хорошо подходит. Он был гравировщик, или как в фильме его называли, гравер. Он гравировал на кубках и на предметах различные надписи. В то время это делалось вручную, и для этого нужно было специальное обучение. Тогда это сейчас все автомат делает, поставил программу и работает. А тогда это делалось только вручную, и нужно было для каждого конкретного... Нужно было четко знать, какой инструмент для какого материала, когда, в какой последовательности. Все это нужно знать. И в какой-то момент даже Хоботов, то есть бывший муж Маргариты Павловны, съязвил и сказал: гравировать имена победителей, конечно, профессия требует самоотречения. Ну, то есть, типа, не художник, ремесленник. Но только благодаря людям типа Саввы Игнатьевича вот сейчас случайно в руки, вот, ну, ко мне, сколько еще по стране и миру, попадают вот такие памятные предметы. Анне Андреевне от учеников 8 класса, 1961 год. Вот дети скинулись. Да, наверное. Здесь вот нет цены. Сколько он мог стоить в советское время такой алюминиевый поднос? Ну, явно немного. Скинулись дети. Отдали гравировщику. Он эту надпись сделал. Вот сейчас, если вдруг каким-то чудом некая Анна Андреевна, город Санкт-Петербург, увидит, что вот предмет у меня, 1961 год. Трогательно. Трогательно. Позаботились, были неравнодушны. К подаркам-то тогда относились совсем иначе, не как сейчас. А вот эта надпись на портсигаре: папе от Толи и Вали, 1951 год. Вот Толя и Валя, вот кто, сколько им было лет? Портсигар, кстати, не дешевый, то есть он среднего, вот средний, да, по цене в то время был. Толя и Валя, вот это кто-то, сколько? Это были просто дети, или это были уже выросшие дети, да? Они явно подарили 51-й год. То есть, если отцу там, допустим, ну, отец тоже где-то, наверное, ну, если в 51-м году отцу было хотя бы 30, то он 20-х годов рождения. Ну да, уже после революции родился. Если чуть побольше, постарше, то папка-то был их еще до революции рожденный. То есть, человек явно видел... несколько, ну, периодов тяжелых. И вот дети тоже, как вот они, разбили эти копилки, купили этот портсигар, отнесли гравировщику. Или это вот действительно взрослые уже... А если они уже были взрослые, то в 51-м году папе уже могло быть очень много времени. Этот человек видел еще 19-й, возможно, век. Ну, тоже вот трогательно. Смотришь вот на такие предметы, берешь их, вот что за этой надписью стоит? За этой надписью стоит чья-то жизнь.
Вот так сохранившиеся в предметах. Ну а время, тот же самый Савранский, обогнать его просто утопия. Обогнать Савранского, обогнать время невозможно, но сохранить его реально. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы я не уходила из вашей ленты. И, как обычно, увидимся скоро.